Так, сейчас подождем остальных и начнем. Для тех, кто будет смотреть в записи, сразу, значит, говорю, что сегодня будет. Сегодня будем обсуждать мою новую программу «Консультант, эксперт, специалист». Значит, расскажу про формат обучения, про результаты, которые получите, если туда запишетесь, и, соответственно, условия обучение. Вот. Объясню, почему вы сможете получить результат, от чего это будет зависеть. На основе моего опыта проведения, значит, обучения консалтинга в течение 6 потоков, да, которые я проводил уже. Вот. Почему эта программа отличается от предыдущих моих программ и чем. Вот. И, соответственно, кого я жду среди учеников. То есть я уже сказал, что возьму не всех. Буду отбирать для того, чтобы получить наилучшие кейсы, да, чтобы потом, соответственно, это упаковать уже в полноценный курс с сайтом, там рекламу вести на него и так далее. Вот. Давайте потихоньку начинать. Значит, давайте познакомимся. Вот, я видел ваши все сообщения, прочитал. Спасибо вам за, значит, краткое описание себя. Давайте сейчас я вам задам простой вопрос, и вы по очереди на него ответите, как считаете нужным. Значит, вопрос следующий. Почему вы считаете, что вам нужно обучиться на этой программе? Да, то есть, почему именно у меня, почему именно на этой программе? Потому что я знаю, что на рынке много разных предложений. Вот, почему вы отреагировали, какая ваша мотивация? Вот. Могу я начать? Да, давай. Я не помню, когда точно учился у тебя на 5-м потоке. Тогда я вырос в 7 раз. Помню, насколько. 6,5, по-моему. Вот, на 5-м потоке только маркетинга 360. Я тебя уже знаю как практика, поэтому уверен в твоих знаниях. Я знаю твой бэкграунд и понимаю то, чего мне не хватает, и то, что есть это у тебя. Круто, спасибо. Очень приятно видеть здесь моих учеников. Вот. Действительно, Бахадир у меня обучался, по-моему, на наставничестве, нет? Или просто на программе? Нет, там курс был, и это было прям давно, я не помню, года 4-5 лет. Да. Я очень рад твоему росту. Вот. Я помню, ты мне даже отзыв записывал. Вот. После отзыва, так понимаю, еще больше денег получилось. Да. Сейчас все очень хорошо. С того раза я вырос, по-моему, если тогда так, знаете, ну, раз 50, по-моему. Класс, очень крутой результат, супер. Очень рад за тебя, правда, искренне. Слушай, ну, каждый день систематически ты испытываешь чувство стыда, а затем ты его подавляешь, перешагиваешь через себя, получается, для того, чтобы сделать какое-то действие. Ну, на мой взгляд, гораздо эффективнее, там, не знаю, выкладывать рилс, с любовью к себе, с чувством достоинства, что ты делаешь что-то классное, ну, с легкостью. Круто. Слушай, ну каждый день ты выкладываешь рилс, ну собираешься выкладывать рилс, и собираешься каждый день испытывать чувство стыда. И я так понимаю, что это, ну, не первый раз, когда ты с ним столкнулся. Наверное, качество жизни от этого понижается. Соответственно, ну, а ты можешь делать это, не переступая через себя, не забивая на свои чувства. Можешь это делать, допустим, легко, свободно, уверенно. Ну, тут как бы вопрос выбора. Хочешь поработать, не хочешь, ну, как бы испытывай стыд дальше. Нужен ли он тебе? Так, а я, по-моему, вопрос задавал Никите. Это он, по-моему, даже не нам. Ладно, Никита что-то у нас решил прорекламировать свои услуги. Хорошо. Не делайте так, не советую.
в чужой храм заходить со своими рекламами. Так, давайте дальше пойдем. Вопрос повторю. Почему решили прийти на данный курс? Какая у вас мотивация? Да? И, соответственно, в чем вы видите отличие там, этого обучения от других? Окей, пока все молчат, я влезу. Давай, давай. Всем привет. У меня мотивация одна – заработать денег. Мне не важно как, мне не важно почему. У меня есть финансовая цель на 2023 год. Большая, объемная. Почему, Макс, именно ты? Я тебя знаю больше года. Знаю твой проект, опять же, повторюсь, да, это, наверное, общая мотивация. Но конкретно у тебя я увидел хороший жизненный бэкграунд. Я не доверяю экспертам, которые не вылезли из жопы. У меня есть такой внутренний критерий. Если эксперт в свое время попал в задницу по своей неопытности и смог из нее выбраться успешно, и сейчас продолжает хорошо, значит, этот эксперт действительно твердый, у него есть хороший, реальный свой жизненный кейс и свои жизненные принципы, на которых уже можно учиться. Когда ребята-теоретики, не прошедшие огонь, воду, медные трубы и пушку у головы, ну, там очень много воды обычно бывает. Это моя единственная мотивация. Я знаю, что с тобой я сделаю результат. Со всеми остальными вряд ли. Круто. Спасибо за такую обратку. Мне как раз вот я на Бали, находясь, закрыл клиента на консалтинг на полулям одного местного. Вот. И он мне то же самое сказал. Я спросил, почему ты пришел ко мне. Он ответил, что основная мотивация была, что он изучил мой жизненный путь. Вот. И он, так как сам прошел через многие ситуации, ну, там и с тюрьмой были вопросы, там и с бандитами и так далее. Вот он сказал, что он доверяет тем экспертам, которые, как ты вот сказал, что вот они прошли, они были в жопе, да, вот, и смогли из нее выбраться, то есть у них есть жизненный опыт. Вот, поэтому спасибо тебе за такую обратку, вот, очень приятно, спасибо, Тимофей. Так, давайте дальше. Можно в любом порядке. Меня слышно? Да, да. Ага, Максим, приветствую. Привет. Твоя страница, с тобой мы уже знакомы, ну, точнее, мы с тобой лично не знакомы, но я за тобой уже слежу порядка там 2 лет. Ты приезжал к нам в город, в Брянск, территориально там проводил мероприятия, там, что-то с маркетингом связано было. Mm-hmm. И то, как бы, очень твое запало так выступление, твой путь, восприятие всего, и то, что связано с маркетингом был в то время. Как последние там 2 года наблюдаю за тобой, и вот это предложение, которое на данный момент ты сейчас сделал, ну, мне на самом, то есть на данный момент это было сейчас необходимо. То есть дальнейший путь моего развития только через это вот предложение. И у нас общие, много моментов общих. Ну, в принципе, мы те же самые посты, либо истории, очень много схожего, что сейчас на данный момент у меня, и так, что мне это необходимо. Поэтому зацепило, и дальше готов действовать. Спасибо, Михаил. Очень приятно слышать, что есть люди, которые следят за моим развитием. Добавлю, что действительно я не считаю себя идеальным человеком. Вот у меня было куча взлетов и падений, вот, и эта синусоида продолжает иметь место быть. Вот, но скажу одно, что я четко понимаю, ради чего я это делаю все, да, в своей жизни. И я очень рад, что мой жизненный путь и мое видение жизни, оно мотивирует ребят, да, потому что, ну, неважно, там, это будь то творчество, там, занятия спортом, там, заработок, да, вот, там, маркетинг, я вижу, что действительно влияю на людей, там, по отзывам, по книге, там, по фильму, который я снял, да, там, по контенту, вот, поэтому спасибо за обратку, вот, очень ценные слова, очень приятно, спасибо. Так, давайте дальше познакомимся. Всем привет. Давайте я тогда продолжу. Привет, привет. Цель у меня сейчас главная – это пробить свой
потолок заработка, который имеется сейчас, и в целом, да, заработать денег, и, наверное, также самое главное, начать переход из наемного сотрудника, скажем так, в самостоятельное уже плавание. Угу. Почему именно ты, Макс? Потому что, как уже вот Тимофей тоже подсвечивал, что виден твой прогресс, скажем так, с полного нуля, да, как ты поднимался снизу, то таким вот экспертам, именно как ты, которые своим опытом доказывают это и показывают, транслируют, веришь, потому что ты говоришь все прямолинейно, не строишь каких-то воздушных замков, не обещаешь там, что да, купив ты этот курс, там, наставничество и так далее, ты получишь обязательно свои N миллионов рублей, и что только при работе самостоятельно сможешь это сделать. И, собственно, да, слежу с тобой, наверное, последние где-то полгода. Начал сейчас книгу читать. Круто, спасибо. Очень приятно. Сейчас, кстати, две книги еще готовятся. Вот кто-то, возможно, из вас уже сделал предзаказ второй книги по стратегическому маркетингу и консалтингу. Вот. И будет третья книга по психологии. Там я выгружу весь свой опыт. Ну, по сути, я его частично выгрузил в первой книге. Вот. Набрался больше опыта. То есть у меня за это время было сотни уже выступлений. Там сотни людей через меня прошли в формате консультации, вот, и действительно набрался интересный такой опыт общения с разными людьми, их проблемами и как им помогать, да, вот, поэтому решил третью книгу посвятить именно психологии, вот, спасибо за обратку, Данил, очень приятно. Так, давайте, кто у нас еще? Я, наверное, еще не говорил. Привет. Да, за Максимом служу, наверное, года полтора, и тоже познакомилась на конференции в Екатеринбурге или в Москве, я уже точно не знаю, где-то на конференции. Да, мне понравилась история, путь, как ты справлялся со всеми трудностями, первое. Второе, мне нравится, что ты не просто наставник, а наставник и психолог, и маркетолог, потому что я точно знаю, что, ну, это важно иметь бэкграунд психолога. Это очень помогает в работе. Мне понравился этот оффер, который сейчас сделан, то, что это наставничество на год или формат все-таки длительного. То есть это там не месяц, не два, что ты в любом случае дойдешь до результата. Это прикольно. И четвертое, третье. Я уже даже отложила деньги на маркетинговый консалтинг и что-то протупила эти два дня. И было следующее предложение, и я такая, вау, все, это судьба. Я и так хотела. И, ну, то есть, все как-то сложилось, как должно было сложиться. Круто. Вот. Спасибо, очень, очень приятно. Раз уж про это речь зашла, немножко расскажу, почему я решил выкатить это предложение, потому что, ну, я уже последние полгода думал об расширении целевой аудитории, потому что, проведя 6 потоков стратегического маркетинга и консалтинга, я заметил, что, ну, как бы те знания, которые я передаю людям, они не только же для маркетологов. Ну, то есть, как бы, по сути, я там объясняю, как монетизировать свой опыт, ну да, на примере того, как я это делаю. Но те задания, те упражнения и ту информацию, которую я передаю на созвонах, она актуальна абсолютно всем, любым экспертам. И когда мы, соответственно, начали рекламироваться на более широкую ЦА, то, естественно, возникло недопонимание, потому что, когда люди переходили на сайт, то они видели слово «маркетинг», и они думали, что это только для маркетологов. Вот поэтому, находясь на Бали, мне пришло озарение, что, типа, почему бы не сделать отдельную программу для более широкой ЦА, чтобы я смог большему количеству людей помочь больше зарабатывать. Вот, поэтому спасибо, что дала такую обратку. Вот, очень в тему. Спасибо. Так. Кто у нас еще сегодня не высказывался? Кто добавился? Я задал вопрос, почему вы решили прийти на эту программу? Вот, понять вашу мотивацию личную. Вот, кто еще не высказывался, буду рад, если скажете. Да, ну, наверное, моя очередь. Меня зовут Вита. С Максимом мы познакомились в Новосибирске на тренинге. Я была на разборах у Макса. Вот. И, наверное, это было мое такое ключевое знакомство за последнее время. У меня ровно на следующий день после моего персонального разбора у меня интересную тему мы просто прорабатывали про меня. У меня ровно на следующий день заболела правая половина лица. Потом я почитала, что это значит с точки зрения психосоматики. И ровно еще на следующий день у меня начались
новые такие хорошие изменения в плане людей новых, в плане расширения, масштабирования. И, наверное, они, наверное, точно, совершенно вот с того момента у меня начался такой новый хороший этап в моей жизни. Поэтому в моих глазах Максим – это такой хороший пример, как можно складывать свою жизнь в соответствии со своим путем, со своим предназначением. Вот. И я в очередной раз хочу сказать, что я восхищаюсь твоей головой, твоей харизмой, твоей энергетикой, и прям спасибо тебе за твои знания. Почему именно ты? Потому что я вижу рядом с тобой возможность расширения, масштабирования и возможность выхода за свои пределы. И это меня сильно очень мотивирует и вдохновляет. Спасибо, Вит, очень приятно. Помню наш разбор, да, было, конечно, долго, тяжело. Да. Я рад, что ты меня услышала вот сквозь да. большой поток слов. Ты услышала нужные слова. Вот, мне приятно. Да, благодарю. Так, кто у нас еще сегодня? Так, Людмила не говорила, Михаил, по-моему, не говорил. Да. Да, я недавно присоединилась. Я вообще с тобой, Максим, тоже познакомилась в Новосибирске. Мне на самом деле очень понравилось. Я люблю, ну, то есть не так давно начала вот обучаться, уволилась с наемной работы, и мне очень зашло, ну, то есть я была на семинаре, и я думаю, что с тобой я могла бы ну, то есть прокачаться. Спасибо. Прокачаешься. Точно прокачаешься. Спасибо. Спасибо. Так, остался у нас Михаил. Так, я уже говорил. А, уже говорил, все, отлично. Тогда остальные тогда посмотрим в записи. Вот, значит, рассказываю, соответственно, информацию про обучение. Значит, в чем смысл оффера? В том, что и вообще в чем УТП, да, моего предложения, отличающееся от других. Тут будет две ступени. Значит, первая ступень, она стоит 100 тысяч рублей, и я продаю деньги за деньги. То есть вы мне платите 100 тысяч рублей, и я каждого, кто заплатил 100 тысяч рублей, довожу до 100 тысяч рублей. То есть вы не попадете дальше, пока не заработаете столько, сколько вы мне заплатили. Вот. Почему вы платите вперед? Потому что это мое время, то есть мне нужно работать с теми, кто вовлечен. То есть чтобы не было вот таких вот непонятных людей, которые вначале у нас там, соответственно, как-то попали сюда, да. Вот. Мне нужны адекватные, вот, готовые работать. Вот. Если вы платите человеку, там, коучу, наставнику, то вы таким образом подписываете моральный договор с этим человеком, да, что вы готовы слушать его, и вы вкладываетесь в свои энергии. Вот. При этом закон баланса какой, что вложив деньги 100 тысяч рублей, вы их отбиваете. То есть моя задача будет как коуч, и моя мотивация, чтобы вы отбили деньги и пошли на вторую ступень. Вторая ступень будет стоить 300 тысяч рублей. Да? Там вы, соответственно, зарабатываете 300 тысяч рублей, чтобы пойти дальше, до миллиона, вот, до третьей ступени. Да? Но оплачивайте только две. Да? То есть как бы я с вас максимум возьму только 300. Но если вы оплачиваете 300 сразу, то вы экономите 100. То есть получается, либо 100 и 200 вы платите, ой, 100 и 300 отдельно, то есть в сумме 400, либо сразу 300. Вот. Соответственно, оплатив две ступени, вы получаете, значит, 100 тысяч рублей заработка, потом 300 тысяч рублей заработка, потом миллион. А обучение идет бессрочно. То есть я специально готов вписаться в эту, соответственно, историю, чтобы получить кейсы. Почему бессрочное? Потому что у каждого человека есть разный темп восприятия и реализации информации. Да? Потому что я вот, у меня сколько уже людей было на личном наставничестве, я заметил, что кто-то быстро внедряет, да, там, ту информацию, которую даю, кто-то тормозит. Это нормально. Соответственно, у меня задача, как наставника, да, чтобы каждый из вас, кто вписался в это обучение, он в любом случае заработал деньги. Да? Мне нужны кейсы. Вот. Кого я буду брать, да, на обучение? Значит, первое, что самое важное для меня, это доверие ко мне, да, потому что у меня обучались разные ребята, и 80% кто у меня обучался, они меня знали.
и с ними было намного проще. Вот 20% это из холодного трафика приходили люди, там, не читавшие там книгу, там, то есть не в контексте моего как бы видения мира, да, там, меня, и с ними было намного тяжелее. Вот, чтобы не тратить ресурс, энергию на людей, которые там в чем-то сомневаются, там, не доверяют, ну, как бы я скорее лучше поработаю с теми, кто вот сегодня на эфире, так понимаю, все меня знают. Вот, это классно. Это первый, да, момент. Второй момент важный. Человек должен хотеть работать и делать, да, вот как сегодня один из участников высказался, да, что я не обещаю золотые горы, то есть я прямым текстом говорю, что чтобы заработать деньги, нужно пахать, нужно работать, то есть я не даю какую-то волшебную таблетку и никогда ее не обещал и не давал, вот, и по сути я это и транслирую, да, там в Инстаграме, везде. Вот, соответственно, тут то же самое, то есть я, по сути, своим жизненным путем транслирую подход работы, да, по сути, как и Аяс Шабудинов, да, вот я с ним 2 года работал, и Аяс везде транслирует, да, что, во-первых, предпринимательство – это навык, да, второе, чтобы зарабатывать деньги, нужно херачить, ну, как бы вот у него такой подход к жизни, вот, и мне нравится, мне откликается, да, вот, если бы не откликался, я бы с ним и не работал. Есть разные эксперты, вот, и на рынке я вижу очень много офферов, предложений, что типа приходи ко мне в наставничество, я тебе гарантирую там 1 000 000 там, в месяц, да, там, заработка. Я не гарантирую, что это за месяц произойдет, вот, поэтому программа, она имеет как бы срок, там, для кого-то месяц, для кого-то 3, для кого-то 6, да, то есть в зависимости от того, насколько быстро вы придете к результату. Но в любом случае я беру за вас ответственность, что каждого из вас, то, сколько вы заплатите денег, вы это отобьете, вот. Что будет на обучение? Значит, программы как таковой нету, будет индивидуальный подход. То есть мы все добавимся в единую группу, вот там мы будем, естественно, общаться, мы будем созваниваться в группе, но работа будет индивидуальной. То есть с каждым из вас я буду точечно работать и в группе, и отдельно. То есть будут групповые созвоны, будут индивидуальные, значит, задания для каждого из вас и индивидуальные созвоны с каждым из вас. То есть, по сути, это такой комбинированный формат мастермайнда, наставничества и курса. Вот. И мне кажется, это максимально эффективный такой формат для достижения результата для учеников. И мне нравится формат малой группы. Вот. В силу того, что я не верю, что если там на курс собирается 100 человек, то каждому там из 100 человек можно донести пользу. Это невозможно. Я как бы создаю такой продукт, который бы я сам купил. Вот. И если я понимаю, что например, на курсе 100 человек, я бы не купил такой курс, потому что я точно понимаю, что сколько бы там ни было там этих наставников, там коучей или этих менеджеров, да, которые помогают, да, кураторов, ну, невозможно до каждого человека донести ценности, пользу, да, вот, важен индивидуальный подход в обучении, именно поэтому нужно обучать именно вживую всегда, то есть не в записях, и с каждым человеком индивидуально общаться. Вот. Поэтому вот такой у меня, соответственно, такая вот у меня авантюра здесь. Вот. И если она сработает, а я уверен, что она сработает, вот дальше я уже, соответственно, буду потоково это запускать там каждые там, 2-3 месяца. Вот. Есть ли вопросы по тому, что я сейчас рассказал? По формату, по условиям и так далее? Макс, привет. Привет. Это Макс из Ульяновска. Летом приезжал, может быть, помнишь. Да, слушай, я, к сожалению, на 10 минут выпал. Вот. Я вначале услышал про условия роста, но входные условия не услышал. Ты не мог повторить? Извини, что я заставляю тебя повторить. Да. Условия следующие, повторяю. Значит, будет 2 ступени обучения. Первая ступень стоит 100 тысяч. Пока ты не заработаешь 100 тысяч рублей на первой ступени, ты не переходишь на вторую. То есть, по сути, я продаю деньги за деньги. То есть, ты мне даешь 100, и ты отбиваешь эти 100. Вторая ступень стоит 300 тысяч рублей. Ты мне платишь 300, отбиваешь эти 300, идешь до 1 000 000 дальше. А ты либо отдельно покупаешь ступени, либо сразу 300 мне платишь и получаешь 2 ступени. То есть, если сразу платишь, экономишь 100. Если постепенно, то 100 сначала, потом 300. Вот, как бы вот такой оффер. Все, я тебя понял. Хорошо. Так, есть ли еще вопросы? У меня есть вопрос. Да. Ну, со своей точки зрения скажу. Допустим, я беру клиента условно на 100 тысяч рублей на консультацию и тому подобное.
Помогаешь ли ты, допустим, с ведением этого клиента там какой-то промежуток времени, условно, 2-3 дня, условно, там, в части там, аудита, проверки, стратегии там, и так далее? Или это, тут разговор идет только о этапе продаж? Моя задача, чтобы вы заработали. Да? То есть тут вы выступаете. То есть, смотрите, мой основной оффер в том, чтобы вы научились зарабатывать на своем опыте. И я буду делать все необходимое для того, чтобы раскрыть вашу экспертность и ценность для аудитории. Исходя из твоего вопроса, ну, то, что ты спрашиваешь, это твой клиент, ты его ведешь. То есть не надо перекладывать на меня ответственность. Там, не, ни в коем случае перекладывать. Да, ну, как бы я сразу это обозначу, да, что, по сути, я также делал на курсе стратегический маркетинг. То есть, когда мне присылали вопросы типа а-ля «Макс, я взял там клиента на стратегию, посмотри стратегию». Как бы я говорю, что, ребята, это клиент ваш, если хотите, чтобы я посмотрел стратегию, как бы давайте делитесь со мной тогда процентом с продажи. Я как наставник, то есть вы под моим руководством продаете, берете клиента, и если возникают вопросы касательно там работы с ним, окей, я могу ответить, но не в формате типа о чем мне ему сказать, да? То есть вы должны нарабатывать свой опыт, свои шишки, вот. Но я отвечаю за ваш финансовый результат. То есть я что могу гарантировать, что работая со мной, вы будете больше зарабатывать, чек возрастет, вы научитесь именно продавать и работать с клиентами, да, в том формате, в котором я это делаю. Как у меня это получается? У меня сейчас там наставничество стоит 500 тысяч рублей, да, и там уже не один, не два, даже не три, не четыре человека уже его купили. То есть у меня есть отработанная схема того, как людей закрывать на такие чеки. Ну, вот. До этого я продавал за 300 тысяч рублей, за 500 стратегий там, продвижения, да, там, развития разных проектов. Да? То есть у меня есть четкий формат раз, два, три, что нужно делать. Вот. Ответил на вопрос? Да, да. Окей. Так. Еще вопрос. Макс, а можно я уточню даже момент? Смотри, ты сказал, типа, 100 оплата, и потом, ну, типа, клиент должен оплатить 100 тысяч. Там не важно, какую услугу. Вот. А как именно происходит фиксация, что ты говоришь, ты делаешь что-то, то-то, приходит клиент, происходит фиксация клиента, что вот он деньги перевел, это считается фактом перевода, да? Ну, типа, фактом реализации задачи, грубо говоря. Я правильно понял? Ну, смотри, мы стартуем обучение, предположим, там, 25 декабря. Мы ставим дату. Ставим дату, что с 25 декабря ты начал со мной работу. Если ты клиента нашел после 25 декабря, исходя из моих рекомендаций, то это считается, соответственно, фактом оплаты с моего обучения. Если у тебя клиент был до этого, ну, как бы это не мой клиент. Это как бы твой клиент, которого ты уже нашел. То есть мы считаем только факт оплаты клиента такого, которого ты нашел с моих рекомендаций. То есть вот я там даю какие-то упражнения, вот ты их сделал, тебе пришел новый клиент, он тебе оплатил, вот это факт оплаты считается. А потом, то есть следующий взнос 300, то есть первый этап прошел, условно, я там собрал 5 клиентов по 100, заработал 500 и плачу тебе 300, и следующий клиент должен 300 принести, или как? Что-то я тут следующий шаг понять не могу логически. Смотри, я не учу зарабатывать по 10 тысяч рублей. То есть моя задача, чтобы ты продал одному клиенту за 100, потом одному, потом одному клиенту за 300. То есть я не буду считать фактом зарабатывания денег, если ты там 300 тысяч рублей заработал, там, таксуя, там, не знаю, там, разнося пиццу. Там, Нет. Ну, например, ты какой-нибудь продукт предложил запустить, и с твоей помощью пришло там, ну, условно, там, один клиент на 100, и по этой же механике пришло два клиента еще по 100. И тогда, ну, так, получается, да. 300. Так работает, да. Так окей. Да. Но не так, что ты пришел обучаться ко мне и продаешь те же услуги за ту же цену и зарабатываешь типа 300. То есть тут моего вклада, по сути, нету тогда. Ну да, да. Типа первый чек должен равняться 300 тысячам, правильно я понял? Ну, да, сначала 100, да, сначала 100 тысяч рублей чек, потом 300, да. Угу. Вот это больше всего интересовало. А сколько нужно заложить на трафик? 0 рублей. Бюджет. 0. Угу. Я буду... Ой, если у меня нет продукта на 300, ну, мы сделаем. На 100 даже. Смотрите, еще раз говорю, моя задача из вас сделать эксперта.
То есть я, если у вас нету продукта, я распакую вашу экспертность, она у вас есть в любом случае. Мы сформируем офер, и ты этот офер будешь уже транслировать, соответственно, своей аудитории. Макс, а когда начало и какой период у тебя предложение действует по срокам, чтобы понимать? Финансы тоже 100 тысяч в моменте не выдернешь. Я хочу начать группу до конца декабря. То есть вот у вас есть неделя, чтобы решиться. В течение недели я набираю 10 человек, вот, и мы с ними начинаем заниматься. Ни больше, ни меньше. То есть пока не наберется 10, у вас есть время. Если набирается больше, все, как бы группа закрывается. Вот. После закрытия группы вы ждете следующего набора, но там уже будет дороже. То есть там будет предложение там дороже раза в два. Да, потому что я отработаю схему, у меня будут кейсы, я покажу, ребят, вот подтверждение того, что это все работает, вот, соответственно, вот такая цена. А слушай, работа, я слышал, что ты говоришь, что работа будет групповая, вот, ну, небольшой группе, а, ну, типа, какие-то вопросы персонально, да, будут еще обсуждаться. Ну, то есть смотри, будет доступ да, к телу, как регламентирован. Будет комбинированный формат работы. Будет групповая работа и будет индивидуальная. Mm-hmm. Я не обещаю, mm-hmm. что каждую неделю буду с каждым из вас созваниваться, но с каждым я коснусь. То есть сколько необходимо. То есть кому необходимо час, поговорю час. Кому больше, буду больше общаться. То есть будет групповые созвоны, групповая работа в чате, там и эфиры групповые совместные. И будет индивидуально. Да. Вы можете задавать мне вопросы в чат и мне писать лично. То есть моя задача, чтобы каждый из вас дошел до результата. А это возможно только при индивидуальной работе в любом случае. Понятно, спасибо. У меня два вопроса. Uh-huh. Исходя из опыта, который ты уже наставлял, ребят, примерно какой процент задач, которые ты будешь передавать, возможно, делегировать? Вот этот вопрос. Первый. Uh-huh. Второй вопрос касательно примерного объема групповых созвонов, там, не знаю, примерного в неделю. Отвечая на первый вопрос, моя концепция не изменилась за последние два года обучения. Вот, я считаю, что пока ты не зарабатываешь 1 000 000 рублей в месяц, тебе не нужна команда. У меня такой же подход, то есть у меня 1 000 000+, у меня особо большой команды нет. У меня есть продажница Диана, с которой мы 3 года уже работаем. Вот, и сейчас появился партнер по тренинговому центру, но он, по сути, к обучению не относится. То есть у меня команды нет. Я без команды зарабатываю несколько 1 000 000 в месяц. К тому же я и обучаю вас. То есть, по сути, мой подход – это как Дэн Кеннеди писал, что пока вы не зарабатываете там несколько десятков тысяч долларов в месяц, вам нечего масштабировать. Да? То есть как бы вот у меня такой же подход. Поэтому, отвечая на твой вопрос, можно вообще ничего не делегировать. То есть лучше, если ты сам пройдешь этот путь, до 1 000 000 дойдешь, дальше у тебя будут уже понятные регламенты, которые ты будешь передавать уже своей команде. Ну, это подход, знаете, как вот у меня папа актер, театр, кино, вот, возможно, вы знаете, да? И он мне однажды сказал очень классную фразу, что перед тем, как стать режиссером, нужно побывать на всех ролях. Нужно быть и актером, и сценаристом немножко, там, и там, этим с хлопушкой постоять, да, и продюсером. То есть нужно понимать все процессы. Вот, мне важно, чтобы вы, каждый из вас, как эксперт, прошли через все эти процессы, чтобы дальше понимать, когда вы уже будете нанимать сотрудников, что они должны делать и что вы будете с них спрашивать. Вот, поэтому важно сейчас вам всем пройти этот весь путь до 1 000 000. Дальше уже можно будет это масштабировать. Если вы зарабатываете меньше 1 000 000 рублей в месяц, у вас присутствует где-то неадекватность. Соответственно, если вы будете сейчас масштабироваться, вы будете масштабировать свою неадекватность. Вот, и это приведет к коллапсу. Ну, как бы я через это уже проходил, поэтому, ну, смысл вам совершать те же ошибки. Ну, это как, знаете, это как по-простому. Вот ко мне часто приходят ребята, у которых маркетинг-агентство. У них куча процессов, у них куча партнеров, у них куча клиентов, но они зарабатывают чистыми там за 100-200 тысяч рублей в месяц. Это неадекватно. Я могу нахера вам заниматься бизнесом, в котором вы полностью погружены на 200% и, блин, вытаскивать оттуда 200 тысяч. То есть с таким же успехом можно на работу, блин, устроиться. Вот это неадекватность. Если они будут как бы масштабировать свою неадекватность, то им будет намного хуже. Вот.
То есть тут важно не количество действий, а качество действий. Вот. Я, соответственно, таким ребятам говорю, вот, что вы на самом деле продаете клиентам, да, и что на самом деле нужно вашим клиентам. И когда они это выцепляют, как бы получается, что из 100% действий важные для клиента только 10%. Соответственно, они отбрасывают лишние 90% действий, фокусируются на этих 10% и зарабатывают больше денег. А второй вопрос, мой ответ на второй вопрос касаемо количества созвонов в неделю. Смотрите, я сразу предупреждаю, что ну, как бы я себя насиловать не хочу. У меня уже был формат мастермайнда, вот я его вел 2 года, и где я обещал группе, что я каждую неделю, там в пятницу, в 7 часов вечера буду созваниваться. Вот, честно скажу, что меня это напрягало, да, потому что первое время я как бы, ну, держался в графике, но так как у меня график плавающий, то есть у меня может быть встреча, у меня может быть выступление, да, то мне приходилось там условно извиняться перед группой, что, ребята, извините, да, типа, я не смогу сегодня там, давайте перенесем. Поэтому у нас график будет плавающий, сразу предупреждаю, да, но... так как у нас группа маленькая, то я с каждым индивидуально могу там созвониться, списаться. То есть как бы я могу держать в своем поле влияние 10 человек, это не проблема. Именно поэтому я хочу малую группу взять, чтобы не было такого, что там 50 человек от меня что-то хотят, дергают меня, я не успеваю на всех, соответственно, как-то там повлиять. Вот. Поэтому у нас график плавающий. Назначать созвоны я буду за несколько дней до предстоящего созвона. То есть я буду в чате писать, говорить, ребята, там такого-то числа в такое-то время будет общий созвон. То есть кто может, вот приходите. Угу. Так, а в итоге неделю подумать, а начало-то когда? Старт? Ну, когда группа соберется? Как набирается 10 человек, все, мы стартуем. Угу. Макс, еще вопрос. Смотри, я немного тут своим трафиком тоже занялся. Ну, как бы, там, назовем это так. Ну, то есть, а как понять границу, где... Как потом понять границу, чтобы не было конфликта, что вот это вот мои усилия приложены, а вот это вот ну, твое наставничество принесло результат. Как разграничить эти моменты? Ну, смотри, работы? Я думаю, ты сам это разграничишь. То есть, если ты не увидишь ценности в моем обучении, что вряд ли, да, то ну, как бы ты просто не идешь на вторую ступень. Тебя же никто не заставляет. Ну нет, тут же вопрос еще и про первую ступень. Второй-то понятно. Ну, тут, смотри, тут вопрос доверия, ну, типа, как бы, как сказать, ну, смотри, вот это можно переложить, знаешь, на, типа, вопрос из серии, типа, вот ты пошел, не знаю, там, с задачей похудеть к фитнес-тренеру, да, и говоришь, слушай, я параллельно еще сам хожу, активность какую-то проявляю, на диете сижу, типа, как я пойму, что ты молодец? Типа, что твоя работа мне помогает. Ну, типа, блядь, как бы, если ты этого не понимаешь, ну, как бы, как это можно понять? Ну, типа, если у тебя появились кубики на животе, ну, смотри, вот если у тебя появились кубики на животе, ну, типа, они же есть, блядь, ну, типа, глупо думать, что они бы появились без тренера. Ну, как-то вот... Ну, сам по себе, конечно. Как бы, как ответить на этот вопрос? Нет, это просто мы с тобой когда летом там встречались, общались, и я тебе рассказывал там про историю, там, договоренности с клиентом, ну, это же тоже товарно-денежные отношения, и я тебе рассказывал, ты мне делился тоже опытом своим, и поэтому я на всякий случай уточняю, потому что мне интересно было бы твое мнение еще услышать, как ты это видишь. Сколько ты сейчас в месяц зарабатываешь, скажи? Ну, сейчас у меня 300 получается в среднем. А сколько у тебя максимальный чек с клиентом был? Максимальный 250. Сколько? 250 максимальный чек. А, нет, вру, 500 у меня был. Но он, правда, растянут на 3 месяца. Я стратегию продал за 500 тысяч. Так, одну, правда. Хорошо. И сколько таких чеков у тебя за всю работу было? За 500 был один чек. За 284 и 4 за 180. А сейчас у меня есть процент от дельты в сравнении с прошлым годом. Ну, по выручке. Там хорошо. Падает где-то 150-200. Ну, то есть, исходя из того, что ты говоришь, я могу... Какой вывод сделать? Что у тебя клиенты на 500 тысяч приходят нестабильно каждый месяц, правильно? Ну, фактически, считай, он был... На 500 был один, а на меньшие чеки их как бы стабильно приходят. Ну, как бы они регулярно появляются. Ну, то есть, если к тебе придет клиент после нашего обучения на 500 тысяч рублей, можно ли его считать, то, что я тебе это помог сделать?
Ну, тут надо, как бы, тут у меня вопрос, как это разграничить по твоему опыту. Ты же наставничеством занимаешься, ты сказал, что у тебя есть клиенты, которые 500 платят, и у вас же там как-то это, уже опыт есть какой-то. Мне именно опыт интересен другой, ну, других людей, как. Если ты уже умеешь продавать на такие чеки, то я думаю, что тебе надо повышать чек до миллиона. То есть, если к тебе придет там клиент за миллион или за 700 тысяч, ну, как бы тут само по себе уже понятно, что откуда ноги растут. Вот, то есть, ну, ребята тут разные будут обучаться. Кто-то вообще ни разу не продавал на 300, на 500, да, ты продавал, супер. Ну, как бы, если ну да, уже... мне хочется системности просто в этой истории. То есть мне хочется регулярности. Не один клиент за 500 в 2 года, а чтобы там, ну не знаю, раз в квартал хотя бы появлялся. Смотри, ну поработаем, созвоним с тобой, я тебе объясню, как 1,5 миллиона средних чек повысить одного клиента. Окей, спасибо за ответ. Потому что у меня, например, вот, ну, я обучаю тому, что я сам внедряю. Вот у меня есть клиенты с LTV 1-2 года. Если суммарно посчитать, то там 2-3 миллиона рублей с каждого клиента получается. Я тебе объясню, как LTV увеличить. Ну, у меня один есть кейс, конечно, но одного недостаточно, потому что это не статистика. Ну, это не выбор, это выборка, это случайность, можно так сказать. Когда их 3-4, они регулярно платят тебе в течение года-два денег, то это уже похоже на правило, ну, которым можно пользоваться. Вот, поэтому... Интересно, да. Я тебя услышал, спасибо. Ну, короче, если вывод, какой ответ, да, то есть вы ко мне приходите с точкой А, мы ее фиксируем, то есть мы фиксируем, сколько вы зарабатываете в месяц, сколько у вас средний чек, сколько у вас клиентов ежемесячно. Дальше мы обозначаем точку Б, например, да, то есть если у вас там средний чек 300, значит будет 500. Сколько у вас клиентов в месяц там за один, будет 2 условно, да. Все, мы фиксируем, и дальше, если вы этого достигаете, ну, как бы само собой понятно, что, ну, с моей помощью вы пришли в эту точку Б. Понятно, хорошо. Так, окей. Есть ли еще вопросы? У меня такой вопрос. Необходимо ли, чтобы были соцсети там развиты, либо свой сайт был на точке А? Нет, абсолютно нет. У меня есть куча тому подтверждений, что ребята вообще без личного бренда, без раскачанных социальных сетей продавали на 500, на 800, на миллион. Тут я буду учить именно своему подходу, подход человек-человеку. Да? То есть тут понятно, что если у вас есть социальный актив и там социальные сети, вам будет проще это сделать и быстрее. Но я буду учить именно продавать... human to human, да, человек к человеку. То есть я буду делать акцент именно на такие продажи. Так, значит, если вопросов нет, я думаю, что, в принципе, мы все обсудили. Предложение мое понятно. Значит, скидываю вам сайт, ну, по сути, ну, не сайт, как просто форма оплаты, в чатик. Вот, запись созвона тоже будет. Тоже ее вам продублирую, если кому-то захочется пересмотреть. В общем, если вопросы какие-то появятся в процессе, да, там после эфира, можете в чате задать их, да, вот я буду смотреть, отвечать, естественно, вот можете мне в личку написать. Вот по поводу оплаты, смотрите, значит, можете оплатить сразу, да, там на ИП, не знаю, на карту, как вам удобно, вот, либо можете взять рассрочку. Если будете брать рассрочку, там будем учитывать примерно 28% комиссии, да, которую я банку плачу. То есть мне на счет должно поступить ровно та сумма, которую я обозначил. Вот. То есть если вы идете в рассрочку, то рассчитывайте, что это будет не 100 тысяч, там, а 130. Да, там, если 300 оплачивать, то не 300, там, а 350 это будет. Вот. Сразу предупреждаю. Да, вот. А в чате есть Диана. Вот. Все вопросы по оплате, по рассрочкам, пожалуйста, направляйте Диане. Да, то есть она уже со мной 3 года работает, все вам поможет, расскажет, покажет. Рассрочку можно от Тинькофф банка оформить, можно там от других банков. Если вам не дают рассрочку, сразу объясняю, что делать. Можно переподаться в Тинькофф банк, поменяв имя, фамилию местами, либо оформить на другого человека. Да, то есть если у вас там кредитная история плохая, можете оформить там на жену, там, не знаю, там, коллегу, друга и так далее. По поводу, значит, отношения к рассрочкам кредита. Да, возможно, у кого-то оно негативное, расскажу свою историю. Вот есть мотивация к, есть мотивация от. Если вы хотите перейти на новый уровень развития,
то я считаю, что это нормально. Потому что, например, в Америке там 90% населения живут в кредиты. То есть у них там обучение в кредит, у них медицина в кредит, у них дом в кредит, у них там машины в кредит и так далее. Вы, например, там, не знаю, там в квартире живете, многие из вас брали ипотеку на квартиру. Да, там, не знаю. То есть вы, в принципе, на протяжении жизни пользовались ипотеками, кредитами, это вполне себе нормально. То есть там заплатить не сразу, а разделить на какие-то части. Да? Но почему ипотека – это хорошо, или кредит, или рассрочка? Потому что со мной можно договориться, а вот с банком уже нельзя договориться. И понимая это, вы будете, у вас будет мотивация идти и заработать деньги. У меня было так же, когда у меня был кризис, я про него рассказывал в книге, там на эфирах рассказывал, да, что когда у меня был долг 10 миллионов рублей, 3 миллиона рублей я должен был по суду клиенту отдать, 6 миллионов рублей у меня было, соответственно, там квартира, ипотека частично погашенная, и 3 миллиона рублей на кредит, ой, этот, кредит на ремонт квартиры. И как бы я с банками не договорюсь. Да, как бы, ну, как бы я там не плакался, как бы я все равно им должен. Если бы я не выплачивал эти деньги, так как я индивидуальный предприниматель, то у меня бы отняли квартиру, машину и мое имущество. Понимая это, я пошел зарабатывать, двигая задницей. Вот, поэтому я считаю, что кредит – это хорошо. Вот, как бы, если вы адекватный человек. Я так понимаю, что все тут адекватно собрались, поэтому для быстрого роста я считаю, что кредит и рассрочка – это заебись. Вот, поэтому не бойтесь, берите. Вот, это будет дополнительная мотивация вам быстро закрыть эту рассрочку кредит. Вот. По опыту моих учеников могу сказать, что ну, все, кто со мной обучался, все достигли результата, так или иначе. Абсолютно все. Не было ни одного человека, который сказал: «Макс, твое обучение дерьмо, я не получил вообще ни результата, никак не вырос, типа, пошел ты нахрен». Ни одного такого не было. То есть, ну, как бы можете интернет проверить, там, как бы, вот, пожалуйста, ни одного негативного отзыва. То есть, наверное, это о чем-то говорит. Вот, поэтому я абсолютно ответственно каждому человеку подхожу в плане обучения. Вот, и то, что я вам озвучил, оно будет, соответственно, точно. Да, то есть, как бы я каждого вас доведу. Я знаю, как это сделать, вы получите этот результат. Вот. Значит, в общем, я все рассказал. Вот, буду рад. Последний. Вопрос? По оплате. Последний. Криптой принимаешь? Я не пользуюсь криптой. Я всю крипту продал 2 года назад. Вот, поэтому давай лучше там, как-то там через USDT там выведешь и на карту мне скинешь. А, вот, на карту скинуть, если можно, окей. Можно, можно. Вот, в общем, те, кто в записи будут смотреть, значит, надеюсь, все популярно объяснил. Вот. Буду ждать всех на обучение. У меня есть дикое желание попробовать, соответственно, все это, насколько это быстро получится довести. То есть моя мотивация, чтобы вы быстрее, соответственно, вот, достигли все результата. Вот. И очень рад, что здесь собралась аудитория, которая меня знает. Вот. Поэтому я уверен, что все получится. Вот. Все будет круто. В общем, ссылочка есть, жду ваши заявки. Вот. Еще раз, если вопросы будут по оплате, там есть Диана, можете писать в личку. Если вопросы по обучению, по формату, можете задавать мне. Все, спасибо вам за ваше время, за то, что пришли, послушали меня. Все, с вами Макс. Буду спасибо. Ждать. Все, пока. Пока.